Всем привет. Сегодня потеплело. Доча, доча, доча. Красивые утки, вот эти оранжевые, просто прелесть. Зелененькие такие. Известный, в общем, вид. Серый тоже. А вот желтенькие прям красота. Сколько их, да? Сегодня тепло. Вчера я просто очень замерзла. Ныряют. Смешно. Торговый центр готовят к Рождеству. Вот, и к Новому году. Я смотрю, тут очень красиво стали оформлять. Вот эти шарики вон повесил. Симпатичненько выглядит. Наружка хорошо работает. Всем привет! Я нахожусь напротив развлекательной комнаты Кидзании. Насколько я знаю, у меня сын туда ходил, там город профессии, то есть там постоянно дети, вон. Несмотря на то, что сегодня учебный день, дети там небольшого возраста, видимо, у них какие-то мероприятия здесь проходят. Вот, и я узнала про каток. Каток сейчас стоит 400 рублей детский билет на 1 час. Со своими коньками. 500 рублей стоит каток взрослый. Вот, поэтому нужно с собой коньки привозить. Я просто сегодня без коньков, и я еще не очень хорошо себя чувствую, поэтому я сегодня еще не в форме. Но в следующий раз возьму обязательно, покатаюсь. Вот. Ну, какие тут? Ну, новогоднее оформление. Я сегодня буду, наверное, снимать обзор покупок, потому что был сегодня, ну, Черная пятница, да, проходит в торговых центрах. Я вчера ездила, просто смотрела, хотела купить пуховик себе на следующий сезон. Я всегда так делаю, вот, поэтому у меня и хватает, собственно, на жизнь, потому что я обычно покупаю вещи либо по распродаже, либо очень недорого. Ну, вот так вот просто высматриваю, хожу то, что мне действительно надо, да, или то, что я планирую покупать. И покупаю совсем не просто вот спонтанно, а, допустим, я планирую это купить и смотрю, выхаживаю. И вот сегодня я выходила покупки, которые я вам сегодня покажу. Вот, и мы с вами их обсудим. Вот самый толстый. Смотрите. Ну вот как количество он может быть вот этих. Посмотри на то, как он жирный. Ну, у них нет еды, ты посмотри. Жирный. Этот лоток, просто он пустой. Жирный. Мы не ожидали, что они тут сейчас тут сидят. Это пузо у тебя толстый такой или что? Котенки, как же. Пузо толстый у тебя. Как же их много, вот еще там один убежал. Вон, смотрите, две еще. Посмотри, две сзади. Еще. Кс-кс-кс-кс. Толстый. Иди сюда, я тебя пожму. Малышки. Это боится. Все голодные. Ну, она, вон она вот так. Вот этого, у этого котенка с глазами что-то. У него, я не могу его никак поймать. У него от холода я замерзает, и я его хочу поймать. Не дается. У него глаза болеют. А это, видимо, его мама серая. На нашего похожа. Перед танцем.
Ну, таких даже выкидывают. Вон они сидят. Еды нету. Вон там кот. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Там черный. Друзья, у меня сегодня такая появилась мысль. Я сегодня когда кормила кошек, играла с ними. У меня не было с собой еды. И я вот думаю, что все, кто вот здесь живет, посмотри, могли бы кошкам вот за этим вот забором справа относить еду. Вот. К сожалению, у нас с собой просто не было. Но обычно мы, когда носим, обязательно приходим и тут. То, что мы сюда завернули, абсолютно случайно. Мы не планировали даже идти сюда. Вот. А где сейчас... Ну, в общем, завтра пойдем тогда кормить их. В какой-то веке мы пошли гулять. И что-то так увлеклись прогулкой, что вот такую красоту просто не могу не снять. Вечером. Там огонечки. Красиво. Скоро будет Новый год. Что он нам готовит, интересно? Да ты что? Крыся. Это правда, что ли? Да. А что он тут один сидит, бедный, несчастный? Кот. Ничейный. Жалко его. Там целых 9 штук. Друзья, я решила вернуться к кошкам. У меня душа была неспокойна. Уже на улице темно. Я купила мешок корма и решила все-таки их накормить, потому что вряд ли кто-то сегодня им что-то принесет. И если принесет, то их 10. И вряд ли на всех 10 там хватит еды. Поэтому я иду. И сейчас буду кормить их. Ну все, я им положила вот так вот. Вот тут уже все темно. Так, ты давай меня не лапай, не надо. Ты чего? Вон они сидят. Вон, я им положила в банку, чтобы они поели. Но они, конечно, сейчас очень все голодные. Целый день не ели. Ну, потому что выходной. Вряд ли кто-то сегодня их кормил, судя по их аппетиту. Они очень хотят есть. Котенок, он пришел. Беленькая. Ух ты, ты чего? Иди ешь. Вот этот котенок, который глазки у него не очень чистые. Пришел. Боится кота. Хотя нет, кота он не боится. Давай, ешь у него там сидит. Вот этого черного кота все боялись, кошки. А тут, видите, все-таки вот этот котенок под присмотром мамы ест. Ну что, ты ко мне пришел все-таки? Ты ко мне все-таки пришел? Да? Ты ко мне пришел? Иди ко мне. Ну, иди ко мне, я тебе глазку вытру. Да? Ты ко мне не подойдешь? Черный решил в запас поесть. Ну ладно. Черный ест в запас. А вот этот маленький такой хороший. У него с глазками он проблема какая-то. Я не могу. Блин. Там у них труба какая-то есть, я не знаю. Вот. Там они прячутся. Ну все, я им положила вот так вот. Вот тут уже все темно. Так, ты давай меня не лапай, не надо. Ты чего? Вон они сидят.
Вот я ему положила в банку, чтобы они поели. Но они, конечно, сейчас очень все голодные, целый день не ели. Ну, потому что выходной, вряд ли кто-то сегодня их кормил, судя по их аппетиту. Они очень хотят есть, котенок, он пришел. Беленькая. Ух ты, ты чего? Иди ешь. Вот этот котенок, который глазки в него не очень чистые. Пришел. Боится кота. Хотя нет, кота он не боится. Давай, ешь у него там сидит. Ну все, покормила я кошек. Теперь я спокойна, что они не голодные будут. И я им оставила там где-то грамм 700 корма или 800. Их там штук, наверное, 8-9. Сейчас было, хватит там корма, я думаю. Но завтра, может быть, доедят тот, который сегодня не съели. День второй, всем привет. Я не могу оставить кошек голодными. Взяли с собой корму, пошли сегодня повторно. О, привет! Сегодня нас встречает, бежит за километр уже вот эта котямба, как мой Саймон. Да? Да, ты голодная. Что там еще стоит смотреть? Это приходи. Другая еще не стоит. Ходи, кто-то тут. Покормить, что ли? Смотри, как там. Дай мне просто. Берешь ее? А будет, нет? Вон еще. Ой, какой толстый. Какой? Какой у вас рукой хватит? Вот так. Шняк. Шняк. Толстый. Ой, еще вон. Идут. Аж глаза светятся у одного. Привязанными руками, дай мне. Давай я возьму эти телефоны. Ты гадик. Ну что? Еще один пришел. Блин. Спят. Он выболел совсем. Мурчит. Мурчит вот этот. Ты сейчас снимаешь? Да. Кошки, конечно, голодные. Вот этот, судя по всему, они вообще не ели. Кстати, не хватило. Толстый. Да, а котенка серого нету. Куда-то он делся. Кош спит. Вон там есть еще вот это. Похоже, вот эта кошка, у нее детки. Вот она, красивая какая. Смотрите. А это тоже очень красивая, беленькая. И этот вообще ласковый, самый ласковый. Это маленький. Серый. Бутузик толстый.
серый кот пошел нас провожать. Видите? Он нас бежал, встречал, он от того угла. А теперь он нас пошел провожать. Не дай бог, мы куда уйдем далеко, да? Правильно? Бегает он очень быстро. Ты настоящий серый. Пока. Глазенки он какие. Ну пошли, а то снег пошел. Холодно. Саймона водили сегодня на прививку. На прививку.